Здравствуйте. С прогнозом погоды на предстоящую неделю вас познакомит начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов. На предстоящей неделе весна продолжит свое триумфальное шествие. Ожидается теплая и спокойная погода. Средняя температура воздуха ожидается на 4-9 градусов выше климатической нормы. И активных циклонов не прогнозируется. Со вторника по четверг на нашу территорию будут поступать теплые, но влажные воздушные массы Черноморского побережья. Во вторник ожидается ночью по юго-востоку, а днем в отдельных районах республики кратковременные осадки, мокрый снег, дождь. Ночью утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 2, максимальная днем плюс 1, плюс 7. В среду преимущественно по юго-западной половине кратковременные осадки в основном в виде дождя. В отдельных районах республики туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 3, плюс 4, максимальная днем плюс 2, плюс 8. В четверг местами кратковременные осадки в основном в виде дождя. В отдельных районах туман, по северо-востоку ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 2, плюс 4, максимальная днем плюс 3, плюс 8. И с пятницы до конца недели власть над погодой возьмет антициклон, атмосферное давление подрастет, облаков станет меньше и периодически будет проглядывать солнышко. И существенных осадков не ожидается. В пятницу без существенных осадков, местами туман, ночью утром слабый гололед и на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 3, днем плюс 2, плюс 7. И в субботу и воскресенье без существенных осадков. Местами туман, ночью утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью минус 5, плюс 1. 9 марта в отдельных районах по востоку до минус 7. И максимальная температура воздуха днем, что в субботу и воскресенье, плюс 2, плюс 8. И о погоде на вторник в областных центрах. В Гродно без существенных осадков, ночью утром слабый туман. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 3, плюс 5. В Бресте ночью без существенных осадков, днем возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 4 плюс 6. В Гомеле ночью и утром кратковременные осадки, мокрый снег, дождь, слабый туман, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 1, днем плюс 3 плюс 5. В Могилеве ночью и утром кратковременные осадки, мокрый снег, дождь, слабый туман, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 минус 2, днем плюс 2 плюс 4. И в Витебске без существенных осадков, ночью утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица и температура воздуха ночью 0, минус 2, днем плюс 2, плюс 4. И о погоде в столичном регионе ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, максимальная днем плюс 1, плюс 6. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер будет юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, и днем плюс 3, плюс 5. Желаю всем хорошего, позитивного весеннего настроения, удачи и берегите себя.